Я вас приветствую, дорогие мои. С вами Тамара Капибара, и мы продолжаем проходить Чужой. Изоляция, пацаны. Ну что нас ожидает-то дальше-то? Что нам уже ждать от этой игры? Потому что андроиды уже нас как бы покалечили нам психику в прошлый раз. Фу, ребята, главное тут не нервничать. Если ты начинаешь нервничать, начинается паника. Если начинается паника, тебя убивают. Итак, ребята, видите, андроида не так просто обмануть, как мы поняли из прошлой серии, потому что он может вот так вот нас, опа, и схватить. А я думала, знаете, я обману его, дурачка, там, и все, убегу. А вот не получилось, ребят. Так, я засекаю времени от серии 17. Так, все, о, какие 17? 35 минут. Фу, я думала, что у меня, о, короче, что у меня не сохранилось. Так, все, мы едем, едем, едем. Мы в прошлой серии уехали, просто там нет сохранения, поэтому мы не до конца. Мы едем, едем, едем в далекие края. Я чужого дальше. Так, подождите, у меня ХП нету. Почему у меня ХП-то нет? Так, подождите, как вытащить аптечка? Так, аптечка. Так, подожди, подожди, подожди. Ага. Она у меня в руках, да? Подожди, а как ее взять-то? Подожди, а на какую кнопку аптечка? Стоять. А, все. Давай. Методом тыка, пацаны. Просто методом тыка. Ну-ка, давай еще. Подожди, а как ты? Так, ясно, ясно, ясно. Потом эти аптечки. Нам сейчас не это волнует. Пацаны, а как я переключила на аптечку? А, все, я поняла, как. Все, пацаны. Короче, вот, все. Мы научились колоться, это что-то. Так, ну-ка. А подожди, 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 репли. Револьвер. Все, пацаны, все, теперь мы можем угрожать кому-нибудь. Угрожать, серьезно. Мы теперь серьезная тетка. Так, ну пройдемте-ка. Тут, в принципе, нас никто не захочет сводить за жопу, я думаю. Поэтому спокойненько не проходим. Он куда-то пошел. Я надеюсь, не по мою душу. Кстати, эта дверь была закрыта. Е. Не могу взять ничего. Пацаны, он по мою душу пошел, нет? Ой, да фиг его знает. Я пробегу. Я, пожалуй, пробегу. Ой-ой-ой, там что-то открылось. Подожди, а мне куда? Не, мне не сюда, мне туда. Да, во, сохранение еще, давайте сохранимся. Так, ребята, вы сами знаете, что я еще тот топографический кретин. Я вам 100 раз говорила при прохождении игры. Поэтому, ребята, мне надо срочно учиться, как взаимодействовать с этим всем. Вот. Или мы дальше с вами далеко не уедем, потому что вроде бы карта есть, все есть, а мы... А мы тупим! Мы тупим, пацаны! А тупить-то нельзя! Так, здрасте. Мужики, я угрожаю. Так, стоит. Стоит! Стоит, гад такой, стоит! Подождите, это что такое? Это может что-то вырубить, нет? Нужен и он резак! Нужен и он резак! А как я пройду мимо андроида, конечно, все, я все понимаю, но... А, он свалил куда-то. Подожди, пацаны, подождите, пацаны, что-то я не понимаю. А как он же меня спалит? Он же меня просто спалит. Нет, он пошел дальше, смотрите, скрипт работает, походу он просто куда-то уйдет. Ой, слюнки капают, слюнки капают, слюнки. Пацаны, это чужой. Пацаны, если я туда подойду, он меня сожрет, понимаете? Нет, он ушел. Нет, он ушел. Ага, это его показ. Так, настоящий момент, настоящий момент, настоящий момент. Ничего хорошего не происходит. Настоящий момент, скажу я вам серьезно. Так, ну-ка, тут какие-то щитки. Может, что-то вырубить? Камеры, я не знаю.
Что тут есть? Тын-тын-тын-тын. Так, чем-нибудь рубанем сейчас андроиду, чтобы это не глазел. А тут и нечего делать, тут и нечего делать. Так, мужики. Ползем потихонечку, ползем полегонечку. Андроид там гуляет. Андроид там ходит. Надо посмотреть. Чего надо посмотреть? Ничего не смотри. Твою мать. Твою мать! А фиг меня знает, я ничего тут не делаю. Взять! Жетон? Почему нет? А! Да! Сука ты какая! Ай, блин! Ай, блин! Плохо, плохо все! Да беги! Куда бежать-то? Чего он сказал, не бегите? В смысле не бегите? Я уже бегу! Не бегите, блин! Не бегите, называется! Не бегите! Не бегите! Фу, пацаны, я добралась! Ну, короче, я хотела по стелсу, пошло все не так, как хотелось бы. Но смотрите, мы немного повоевали даже с андроидами, называется. Зато взяли какой-то жетончик. Надо, кстати, их потом посмотреть, ребята, напомните мне. Так, подождите, я времени не засекла. Вот теперь засекаю, все, пацаны. Короче, я хотела пройти по красоте, но получилось как всегда. Вот, пацаны, что делает с нами? Паника, паника в селе. Так, погромче включу. Пацаны, а тут чужой. А куда мне идти? Тут чужой ходит. Пацаны. Куда идти-то? Где он? Где он? Где-то там. Ну, пацаны, по идее-то он не должен же нападать, нет? Прям рядом. Прям рядом, пацаны. Он меня так увидит. Не шуметь. А куда мне идти-то? Вот в чем вопрос. Так, сохранение, это нам надо далеко до него идти, далеко идти. Это очень далеко нам до него идти. Если нас с вами сейчас убьют, нам конец. Ну ладно, поперли, что делать. У нас... Сука, страшно. Страшно! Мне прямо же, да? Насрать он не придет. Залезай, блин! А прикиньте, если чужой умеет лазить по вентиляции, будет вообще... полный конец. А он, наверное, умеет. Так, я хоть туда иду, нет? Да, я туда иду. Там сохранение. Так, выключи фонарь. Ой, блин. Ой, блин, страшно, страшно, блин. Мне больше страшно оказаться без сохранения, пацаны. Так, мы можем добежать, конечно. Но лучше не бегать. Все, сохраняй игру. Тут никого нет. Давай быстрее сохраняй. Хорошо. Так, чужого нет? А куда мне идти? Сюда, что ли? Вы? Как к центру связи, Сиксон. И куда? Так, но до медучреждения. В жилой зоне Соломон... Наверное, сюда. Фиг знает. Ну все, чужой с нами, короче, не поедет, пацаны.
Чужой не поехал, и это нам на руку, что он с нами не поехал. Потому что его компания как бы нам не очень была бы к лицу. Ребят, вообще тут надо перемещаться, знаете, надо очень аккуратненько. И к тому же была бы моя воля. Можно было, кстати, не знаю, оторвать себе этот ящик, в котором мы прячемся, надеть на Рипли, прорезать ей там прорези для ног, и пусть бы она ходила там, типа, оп-оп, чужой где-то ходит, и мы так раз встали, типа. И мне кажется, чужого бы не смутило, если бы этот ящичек для одежды стоял где-нибудь посередине коридора. Но чужому-то откуда знать? Все у нас нормально, ненормально там с архитектурой. Ты чё там? Тейлор здесь. Я вижу. Здорово. Как дела? О, конец себе. Мы влипли, да? Ты шо? Не волнуйтесь, Тейлор. Как она? Ей нужна помощь. Да плохо она. Госпиталь недалеко, но я не мог ее оставить. Я пойду гляну, что там найдется. Вы побудьте с ней. А я тебя... Попробую починить передатчик. А что делать, если эта тварь появится? Прятаться в шкаф? Прячьтесь. Несанкционированное проникновение. Ой-ой-ой-ой. Проникновение отключено приказом Аполло. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ушки. Как все у нас плохо. Ты мог бы ее спрятать в этот ящик как-нибудь, я не знаю. Или там закидать ее за тюки каким-нибудь с одеждой, а сам идти, блин, аптечку доставать. У нас мало времени. А, все, что ли, меня уже выгоняют? Меня уже выгоняют? Ладно. Я не злопамятная, но я запомню. О, взять жетон. О, кассетка. Кстати, ребят, зря-то я, кстати... зря я ругалась-то. Потому что тут же все логично, почему такие старые компьютеры. Когда чужие это фильмы сняли-то, это было очень-очень давно. И как раз-таки это считается современными компьютерами. Поэтому, ребята, все зря бы кануло. Мы заботимся о вашей безопасности. Понятно, а там что? Ну тут чужой не придет, поэтому можно бегать. Мне сюда? Ну, видимо, а там что? Чё-то you always... you always, короче. Always там. Прокладки есть такие, мужики. Блин, зачем я вам такое говорю? Зачем я вам такое говорю, мужики? Мы так быстренько пробежимся, так, немножечко. Так, банки какие-то пустые, консервные. Ну, короче, чужому не зайдет тут гулять. Так, тут все закрыто, тут все не очень, некрасиво, плохо все. Тут что, дверь заперта, ну, конечно же. Как иначе? Тут что, восстановить подачу энергии. Ой, тут можно все зайти, кстати. Можно зайти, можно. Так, ну что, пацаны, короче. Это, наверное, чужой нарисовал, типа, no humans. Не нахрен людей. Сказал себе, чужой и это. И все. Пацаны, вот если бы вы были чужим, напишите в комментариях, что вы делали при контакте с человеком. Вот представьте, я чужой. Вот сочинение, знаете, такое. Я чужой. Вау. А что я смотрю? Восстановить подачу энергии. Так, у меня есть револьвер, я могу пугать чужого. Это как, знаете, это примерно как напугать ежа голой жопой. Вот так же. Обновить карту. И что мне эта карта? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Вот для чего обновлять карту надо-то. Чтобы все вот это... Там мужик ходит. Ой, там андроид ходит. Там не мужик, там андроид. Это хуже. Козлина ты такая. Вот о чем будет, если андроид встретится с чужим? Вот мне просто чисто гипотетически. Заперто. Да, и там андроид. Это андроиды же, да? Или люди? По-моему, люди. Или андроиды. Фиг знает, не вижу я с такого расстояния. Мне еще лампа слепит, поэтому... Хз-хз, пацаны, хз-шечка. Это что такое? Ой, створки открываются, мы видим планету. Здрасте. Ау, тут кто-нибудь живой есть? Да. Мне нужен врач. Слышите? Доктор, где вы? Ты что, глухой, что ли, доктор? У тебя тугоухость. Доктор! Вы где, доктор? Я вас не слышу. Поднимайся, я открыл тебе лифт. Ух, спасибо большое, доктор. Но мне бы еще бы вот эту каморку бы открыть. Че там? Подожди. Давай быстрее, что ты там копаешься? Так я хлам подбираю, доктор, мне надо, понимаешь ты или нет? У нас сложная жизненная ситуация, и надо хлам подбирать всякий. Ой, доктор, доктор. Не спешите, если вы так на операциях спешите, я не завидую вашим пациентам, доктор. Серьезно, доктор.
Эх, доктор, доктор, почему, кстати, сохранение нет? Мы же куда-то уехали на лифте. Вот самое главное тут добраться до сохранения. Добираешься до сохранения, и жизнь сразу, знаете, налаживается, играет определенными красками. Добраться до госпиталя, госпиталя, госпиталя. О, господи! Врача! О, господи, врача! Где же врач-то? Доктор, вы какой специализации? Через дверь даже не пытайся, она заблокирована. Лезь через вентиляцию. Спасибо. Я надеюсь, вы это, ну, как бы... Просто доктор, там, которого широкого профиля, а не просто какой-нибудь челюстно-лицевой хирургии. Нет, конечно, это тоже важно, но просто сейчас нам нужен доктор, который и чтец, и жнец, и на дуде, и крест, который может все. Потому что, ну, блин, наша подруга получила в бочину нечаянно. Так, пацаны, может, я что-то собрать могу? О, звуковой генератор. А, фиг мне, а не звуковой генератор. А звуковой генератор мне бы понадобился, знаете, для чего? Чтобы отвлекать чужого. Я бы ему что-нибудь такое кинула, и он бы такой, опа. Тут интересно. И полез. А я в другую сторону. Главное, этот звуковой генератор не включить, когда в руках держишь. Потому что тогда чужой придет и скажет тебе привет. А, ну хорошо, закрывай, мне не страшно. Я такая боевая баба, понимаешь, если ты захочешь со мной что-то сделать, я оторву тебе яйца, поэтому... И засуну тебе их в рот, поэтому как бы не советую со мной связываться. Я Рипли, знаешь, такая баба, и в горящую избу войду, и коня на скаку остановлю, поэтому во. Кстати, мне нравится эта героиня. Так, чужой, прекрати там буянить, прекрати лазить, это моя вентиляция. 00-13-00. Я ее заняла. 00-19-00. С мягкой посадочкой. И вот. Сразу же обновляем карту. Так, а где у нас сохранение и прочее, как бы... Не предусмотрено сохранение, да? Не предусмотрено. Ну ладно. А что у нас тут? Подожди. Ну да. Ну да. А ты где? Доктор, вы где? Доктор, я вас не понимаю, доктор. Так, тут все закрыто, а там что? Тут тоже нифига нет. Может, им жетончики положили, я не знаю, или средства от чужого. Так, не балуйте лампочки, вас-то что? Вас где-то покупали, что вы балуете-то? Прекратите. Вот аптечка, бери целая коробка, вот она специальная помощь, бери, там, не знаю, перевяжем ей бочинку и уедем отсюда. Блин, необходим пропуск. Ну ничего нельзя, ну ничего нельзя, пропуск необходим. Чужой где-то слюной капает, блин, на меня, как будто я там, не знаю, секси-женщина, и он хочет ко мне подкатить. Нет, он просто хочет меня сожрать и обслюнявить. Эх, что за жизнь, что за жизнь? И за что держаться Рипли, она же женщина, у нее же нету... Того, за что можно подержаться. Опа, сохраняшечка. Вот это я понимаю. Вот это уже, знаете, ребята, это внимательность. Ну, правда, как не заметить сохранение, которое тебе прям в лоб дали. Так, здравствуйте, доктор. Are you doctor? Я Рипли. Я ищу врача. Я врач. Патроны. Моей коллеге нужна помощь. Нужны медикаменты. Мне тоже. К сожалению, здесь у меня ничего нет. Почему? Придется спускаться в амбулаторию. Как мы туда попадем? Да. Мы? Ты же... Видишь, я нездоров. Давай, ты поможешь мне, а я тебе. Да ладно. Найди код к служебному лифту, а потом вместе спустимся в госпиталь. Ты врешь, а как мне, кстати, Маффан прослужит твой? Да, я тебе все подскажу. Да ты врешь. Доступа может быть у Морли или Лингард. Сначала загляни в кабинет к Морли. Ага, в кабинет к Морли. Включи мне Маффан, пожалуйста. Не хочет включать, не хочет. Так, тут вентиляция. Что, мне еще опять через вентиляцию лезть, доктор? Доктор, 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 пропишите мне успокоительного. В жопу мне кольните успокоительного. Ой, тут крышка, блин, крыска. Серьезно, мне нужно уже, блин, не знаю, успокоительный выписывать Рипли. От такой жестянки там ничего хорошего. Кстати, у меня фонарика не осталось, я нифига не вижу. Так. И куда мне? Скоро он закончится, этот фонарь. И мне конец. А тут что? Из какой вентиляции прилезла, блин? Из этой? Так. Никого нет. Так, вставай, что ты стоишь? Так, пацаны, у нас, кстати, вообще нету нифига вот ничего хорошего и ничего плохого, как бы. Мина? Ой, сколько много для тебя надо. Звуковой генератор.
Так, а может быть аптечку надо создавать? Подожди. Да ничего, нифига нет, блин. Столько хлама, а ничего нет. Почему? Взять жетон. Тихо, блин. Взять жетон. Спиртовуху нельзя взять. Ой, смотрите, какая синяя фиговина. Типа ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ой, какой кот. Кот. Так, ну-ка, подожди. Револьвер. Опа. Все. Все, будем чужого пугать. Хотя я сказала, конечно, что это пугать как ежа голой жопой, но... Так, тут сохранение рядом. Но если есть сохранение, значит мы можем буянить уже. Так, а куда мы вылезли-то? Пацаны, я хоть там? А-а-а! А-эс? Подождите. Подождите, куда я пришла? Я же просто открыла дверь. Какой в этом смысл-то был? Я же просто кругаля дала по вентиляции и открыла эту дверь. Зачем? А-а-а! Вот, что мне надо делать-то? Что по вентиляции-то брожу? Вот же. Блин, невнимательная. КЗ. Так, пацаны, ну, по крайней мере, мы там дверь открыли. Согласитесь, даже давай. Не... Объединим усилия. Конечно, блин, ты-то будешь булки отсиживать тут, а я тут буду ходить, блин, переживать. Поможем друг другу. Что нам делать вообще? Нужно найти кабинет Морли где-то. Кабинет Морли где-то здесь. Ой, что такое? Что за фигня? Что за фигня? Так, мне это не нравится, пацаны. Да ничего нет, что-то я. Иди дальше. Здесь содержались пациенты с расшатанной психикой. Те, кто не смог адаптироваться к... Говорите, куда идти. Космосе. Бедняги. Не бойся, никого тут нет. Ну тут что-то гремит. Ну тут что-то гремит. Тут что-то нехорошее. Что это такое? Открыть щиток. Пациенты с расшатанной психикой, блин. Офигенно. Питание камеры. А что это такое? Ну. Да фиг знает, я не знаю, что. Я без понятия, что это за система. Может, что-нибудь отключаю, будет плохо. Нет места, да? Нет места, нет места, да? Ну, мы пока все обследуем. Когда он говорит, типа, я скажу, куда идти, но он что-то молчит, и я как бы пошла бы просто обследую, ребят. Просто все обследую. Дайте батареек-то, жлобы. Жлобы. Какие-то бутылочки, не знаю, что, непонятно. Что это за щиток-то, блин? Может, можно включить? А, доступная энергия 1. Да подожди! Да, ёптвою ж! Ну-ка, давай-ка. Я не знаю, что это такое, но я включу. Пусть будет. Надеюсь, доктор не будет ругаться, скажет, дура, что камера-то выключила. Как я тебе помогать буду? Так, сколько тут шкафов? Походу, нам придется много прятаться, пацаны, придется много прятаться. И это меня не радует. Так, мужик, ты встанешь? Нет, нет, не туда. Хорошо. Нет, нет, не туда, да? Нет, нет, не туда. Почему все не туда? О! О, создали. Наконец-то. Спасибо, мужик. Почему нет, нет, не туда? Пошлите туда. Я говорю, да. Ух ты. А какое перспективное было место. Какая трагедия. Какой талант пропадает. Вы надеваете его. А-а-а. Вы отделены от всего мира. Вы слышите свое ровное, спокойное дыхание. Проблемы не могут к вам пробиться. Вы в одиночестве, но вам ничто не угрожает. Что вы чувствуете?
чувствую радость в сердце, наверное. Вот что я чувствую. Что чужой может мне откусить булки в любой момент, а вы мне говорите, что вы чувствуете? Что вы чувствуете? Что вы чувствуете? Что вы чувствуете? Как вам сказать, что я чувствую? Так, ух ты, Маффан. Давайте послушаем. О, сохраняшечка. Не потерплю к себе такого отношения. У-у-у, не потерпи. Понятно? Сегодня я не смог войти в амбулаторию по обычному коду. Как вы, Слингард, прикажете мне исполнять свои обязанности, если вы ограничиваете мне доступ к медикаментам? У меня пациенты, которым необходима медикаментозная поддержка, особенно... Вдали от солнца естественных биоритмов земной жизни нетрудно сойти с ума. Печальное зрелище, что не говори, трагедия. Но Морли тратил слишком уж много времени на этих несчастных. Просто не надо было сюда прилетать, как и все нам. Ну это правильно. Если что-то с проблемой с психикой, лучше вот не менять вот свою среду обитания. Хотя кто знает, какие там у человека проблемы с психикой. Это же не сразу, это как... Ну короче... Никто этого знать не может наверняка. Пацаны, вот так вот. Если все так, все было бы просто, ребята. Все было бы просто. Так, ребят, по крайней мере, мы сохранились. Если чужой нам откусит задницу... Это не так страшно уже. Если что, можно там дальше, сохраняться. Дальше, по этому коридору. Дальше, дальше, дальше. Я хочу сюда. Дверь заперта. Да блин. Да блин, да блин. Это блинский блин. Смотри, блины сейчас печем с тобой. Почему устройство не работает? А почему тут урт нельзя? Урд! Урд! Как будто, знаете, курлы голубь говорит. Урд! О, что за загогулины-то? Что за иероглифы египетские? О-по-по. А, вот. Сигнал принят. Пошлите дальше. Т. На месте. Это кабинет Морли. Наверняка там где-то есть код. Где-то есть код, да? Ну, скорее всего, вот в этом терминале он и есть. Где еще может быть код? Так, мало медикаментов. Доктор Лингард, нам нужно больше стимуляторов. Их осталось совсем мало. К тому же, Кульман раздает их направо и налево. Судя по записям в журнале, на этой неделе он наведывался в амбулаторию. Уже 16-й раз. Надо вести нормирование, потому что чем ближе к закрытию станции, тем сильнее желания Севастополя будут нуждаться в этих препаратах. Жителей, то бишь. Можете поговорить с Кульманом, узнать, кому он сбывает медикаменты? Эх ты ж ку... Подожди, блин, я не умею пользоваться старым компьютером, блин. Слишком сложно. Так, там ошибка, тут чё? Карантин в госпитале. Только для руководства. В госпитале Сан-Кристобаль введен карантин. Доступ в отдельный... Да замолчи. В отделение первой помощи имеют только сотрудники службы безопасности и руководства госпиталя. Нарушение карантина в госпитале. Ага. Внимание. Успокойся. Нарушение я сейчас карантина. Выясняю, в чем дело. А я, мне кажется, знаю, в чем. Пацаны, короче, это уже читаем на рендере. Ну, в смысле, я на рендере читаю, а вы вот это вот. Ну, точнее, когда буду просматривать серию, а вы сейчас... Блин, да листай быстрее, листай, блин. Потому что я и поняла, что там, скорее всего, проник к нам чужой. Ошибка. Улиток тоже нет. Так, ну все, пацаны. Сейчас вот уже чужой, знаете, не просто пугалка, он будет за нами ходить. Я вам отвечаю, вот все, сейчас это уже время. Все, пацаны, сейчас мы будем встречаться с чужим. Устройство не работает. Тын-тын-тын. Нельзя. Нельзя, 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 нельзя. Ёб твою. Ты что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Молчи, блин. Он нас спалит с тобой. Сожрет нахрен. Ой. Я, конечно, готова была к близкому контакту, но не сейчас. Мужики. Ну все, началось. Началось деревня утро. Ну вот, наши, я поздравляю нас с первым контактом. Так, он ушел. Он ушел, но недалеко. Так, подожди, там сохранение? Тихо, тихо.
Куда он идет? Я к сохранению хочу. Я не знаю, куда он, но мне к сохранению. Твою мать! Он тут, блин! Он тут гуляет! Он гуляет здесь! Пацаны, я близко у сохранения. Я хочу сохраниться и на сегодня на этом закончить. Ой-о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 й
Не надо тебе этого. По крайней мере, он меня не увидел. Это плюсы, пацаны, это плюсы. Это уже, знаете, это... Надо сохраниться, короче, в следующей серии начать уже тут. Музычка нагнетает. Чё ты там всё бегаешь-то, блин? Иди в вентиляцию, там вентиляция интересней. Чужой, прекрати. Прекрати мозги выносить. Иди в вентиляцию. Нам пиздец. Нам конец. Нам конец! Нам конец, пацаны! Пацаны, нам конец! Он достанет меня из ящика! Серьезно вам говорю! Потому что он не дурак, он видел! А? Ой, блин! Ой, блин, пацаны, мне кажется, он меня достанет из ящика! Он прям у меня в ухе в этом ходит, понимаете? Прям в этом ухе! А сохранение-то близко, сохранение-то близко. Так, куда мне надо идти? Так, помочь доктору Кульману. По словам Кульмана, он знает, как попасть в амбулаторию, но ему нужна ваша помощь. А куда мне идти-то? Смотровая, приемная. Госпиталь Сан-Кристобаль, реанимационное отделение. Найти пропуск доктора Морли. Сука, Морли, почему ты с собой его не носишь? Он ушел? Сохраняемся! Нету его нигде. Ну чё, пацаны? Короче, я предлагаю в следующей серии попробовать найти доктора, пропуск доктора Морли, потому что чужой, видите, он нам в пятки просто дышит, просто чуть-чуть в сторону, и он нас с вами как бы это, укусит за жопу. Но дело-то в том, что он ходит где-то здесь, и надо, знаете, отвлекающее устройство, наверное, кинуть куда-то туда, а нам самим куда-то вот туда, а может быть не туда. Ладно, ребят, в следующей серии разберемся, а пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем хорошего настроения и хорошего дня. Всем пока, дорогие мои.